праздником Днем независимости Республики Узбекистан и серийным праздником Курбан-Байрам. Спасибо огромное. Валерия, в самом деле, училась в московской русско-дагестанской школе. Правильно? Вот об этом мне сейчас подсказали. И это было, друзья дорогие, поздравление из Дагестана! А на самом деле, спасибо большое, Валерия. Я вас отпускаю с благодарностью и с аплодисментами. Вот. В самом деле, дорогие представители Узбекистана, поздравить вас с вашим национальным праздником выразили желание очень многие республики, очень многие народы, но на связи у нас сейчас ваши соседи, Таджикистан. Турсики, привет! Говорит Душанбе! Мы в Таджикистане хорошо знаем ваш центр. Считаем, что это территория истинно интернациональных отношений. Рады поздравить всех мусульман со священным праздником Курбан-Байрам. Наши турецкие соседи по карте Центральной Азии, которые трудятся сейчас в Турсике, с вашим национальным праздником. Днем независимости Узбекистана. Желаю всем счастья и процветания. С праздником! Спасибо, Таджикистан. Поздравить вас. Приехали гости из Башкортостана. Этот замечательный коллектив сейчас поднимается, выходит на сцену. Пожалуйста, прошу вас. Фатима. Прошу вас. Пожалуйста, представьте этот коллектив. Башкирский коллектив песни и танца. Они исполняют вокально-хореографическую композицию «Встреча гостей». Очень живой и красивый номер. Прошу вас. Спасибо огромное, аплодисменты.